Всем привет, дорогие друзья! С вами сегодня, как всегда, Кофи, Exile, Алекс Фокс и Индифай. И сегодня мы продолжаем с вами играть в такую игрушку, за счет которой вы можете лишиться друзей. Это Пабло Парти, дорогие друзья! Хэй, братышки! Всем привет! Ну что ж, пацаны, вы готовы сегодня? А кто у нас сегодня? Кто? Да, Саня, да, так оно есть, так оно есть. Ой, я не помню, как это. Ну что ж, парни, всем желаю удачи, игра... Офигенное начало! Офигенное начало, просто офигенное. Так, нажмите на пробел, пожалуйста, чтобы... Я могу просто сам запустить. Так, ну что, парни, все, всем желаю удачи, да победит сильнейший. Так, если что, я зеленого цвета, а Саня у нас желтого цвета, Илья у нас голубого цвета, и Андрей у нас красного цвета, да. Ну что ж, ой, сейчас чувствую, кто-то у нас будет плакать. Ой, сейчас у нас кто-то будет... Смотрите, да, опа! Ну что, парни, ну что такое? Раскидались так не на шутку, да. Оп. Все, успокойтесь, да, ребята, чё, давайте жить дружно. Да никто к центру не подходит, а, парни? Оп. Да что такое-то? Да! Вот так вот тебе, понял? Да. Ну давай, Саня. Давай вместе умрем! Вот ты засранец, Саня, а! Ладно, пацаны, сейчас будет второй раунд. Погодите. Вы заметили, да, что мы стали дольше играть в этот режим именно? Потому что все уже приловчились, уже все умеют, уже все знают, что как делать, да? Потому что все боятся и не рискуют. Конечно. Так, ребятки, вот, держите, вам гранатку, бомбочку поставил. Так, пожалуй, поставлю ее сюда. Не-не-не-не-не. Уясные дни. О! Успел. Говнюки вы самые! Ааа, сами заложили. Пацаны, простите. Ааа, я сам себя взорвал. Я сам себя подловил сейчас. Мой братан, тихо. О, да, первый. В смысле? Да. А какого хрена? А я не знаю, как так получилось, парни. Как это работает? Типа первый раунд выиграл, а второй... Следующий режим. Так, я знаю то, что это любимый режим Ильи, потому что это единственный режим. Предыдущий игра. Не, здесь я просто побеждаю. Ну давай. Сейчас узнаем, парни, кто у нас сейчас выиграет. Сейчас узнаем, кто у нас тут выиграет. Опа. Опа-на! Да, сука, почему меня первым? Опа! Брат, потому что я знал, я хотел поймать тебя. А, ясно. Так, кто где? У-ху-ху! Нет! Ах ты, Андрей, засранец нормально, такой. Нормально, Олег. Ну ладно, сейчас я зареспаю. Да нет! А, у меня в руках оно было. Не-н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 е-
нифига какое расстояние там было попадание-то, а? Так, где пушка, пушка? Успокойтесь. Где дробаш? Давайте же дружно. Как я промахнулся? Чё? В воздухе словил, ты чё? Что? Дядя, ты чё? Нет. А где оружие? Нет! Вот а, он. Я промахнулся! Оп. Привет. Оп. Да это вообще нереально, это настолько быстро. Андрей, откуда у тебя еще одно оружие? Ты че? Слышь, откуда у тебя еще одно оружие было-то? Да блин, друг. Не-не-не-не-не. Да как я промахиваюсь-то постоянно? Че за фигня происходит? Почему я постоянно промахиваюсь? Да что ж... Да блин! Ага. Парни, у нас... Так, Я выстрелил! Первое место! Да! Ну, Илья, чё ты расслабился как-то, слушай, чё ты как-то... Зелёный. Халк не доделал. Халк на минималках. Да, Саня, я знаю. Только вот не этот режим, пожалуйста! Ну чё, парни, кого вы сейчас вот лицом об этом, да, вот, обземли? Меня первого сразу выносит. Давай. Так. Вот давай, Саня выдался первым, тогда... Где я? Чё? Нет! Офигеть, а я все умер, пацаны. Нет! Блядь! А чё вы так далеко отправляете, я не понял, вы чё?
Все против меня теперь, да? Что за хрень? Понял. Итак, кто у нас станет победителем? Кто у нас станет победителем? Почему на меня двое-то накинулось? Бей красного! Они по-другому просто не могут, понимаешь? Ой, все, минус Андрюха. И минус сейчас будет... Кто первый? Опа! Умри, блядь! Умри, нахуй! Все! Ну, Саня выиграл, красава. Вот я вот этот решил не особо люблю, поэтому у меня последний вес. Боже, что это было? Это было хардкор, друзья. Это было... да! О, не, вот это я ненавижу. Да прикольно! Так, пацаны, начинаем. Запускаем. Сейчас надо бочки друг друга вот эти взрывные кидать. Сейчас давайте. Сейчас победителем, кто интересно станет у нас в этом раунде, да? Кто у нас станет победителем? Тут бочки. Кидай, а где? Почему у меня ни одна не прилетела? А что ты в меня кидаешь? А вот что в меня? На тебе бочки. А ты что по мне кидаешь, Саня? Забирай свою шмотку. Саня, нет. Я тут при чем? Я что, кидал сюда их, а? Ты кидался вообще-то, да? На куски. Давай, побирай! Ай! Все будет окей. Ой-ой-ой-ой. Я больше не твой. Блять, я идиот. Я сам умер вообще. Давай левый закидывай. Зеленого закидывай. Только попробуйте. А что это против левого? А что вы все против меня получили? Я что-то пропустил, что ли, или что? Я больше ничего. А что вы все против меня-то получили? Это время. Как мы друг другу? Что это такое? А почему? Нет! У меня пацаны джакузи тут свой собственный. А что случилось? Так они против меня все ополчились. Вот вы вообще засранцы, пацаны, а? Ну давай, посмотрим. Ой, Андрюха! Так, кто у нас? Кто? Ну, хотя бы не на последнем месте. 24/7! Так, ладно. Ой, ну только не танцпол, только не это. Ладно, пацаны, хорошо. Let's get it, давайте. Ща посмотрим, кто у нас тут уже сила передвигается по танцполу. Ай, ясные дни. Так. Самое главное, друзья, не попадать на прожекторы. Самое главное, не попадать на них. Бледный словно квартир. Так. Бледный словно квартир. Оп. Да какого? Тихо. Они очень много урона наносят, прям очень много. Там просто буквально ты секунду простоишь на нем и все. Так. Жжется. Так, по-моему, я в левом нижнем углу. Да! Вот так вот это все делается. О, в смысле? А как Саня второй? В смысле, Саня, ты живой был? Там даже не видно, понимаете? Я стою, я не вижу прожектора. Он же меня шарит. Так. Самый убогий режим, это вот это. И вот где нужно искать. Потому что здесь просто зависит, выпал ли тебе кристаллик или нет. Ну да, тут полный рандом. Здесь все зависит от удачи. Вот кому? Вот Андрюша там креста. Андрюша вообще не на чего сейчас жаловаться, на самом деле. У Андрея все хорошо. Теперь у меня все хорошо, у меня все нормально. Еще вот второй опять подряд у Андрея, вы что, издеваетесь что ли, а? Андрей! Чего? Нечего позевать, все мое. Ты что, офигел? Опять! Третий подряд, Андрей, ты издеваешься что ли, а? Это что за читы такие, это что за такое вообще, я не могу понять. Извините, пожалуйста. Да четвертый подряд ты гонишь что ли или что? Скажи, пожалуйста. Не бывает, мне везет просто, мне везет. Ну хотя бы Саня, хотя бы не Андрею, самое главное. Парни, сейчас время уже будет подходить к концу, понимаете, да? Кто? Ну понятное дело, что тут Андрей выиграет. У него тут немножечко кусочек, посмотрите. Тут понятное дело, что Андрей. Как ты считаешь? Горячая картошка, пацаны. Если меня опять Олег так ждет, то подарим его из друзей. Ну давай. Вот так вот и теряется, друзья, вы понимаете, друзья. Вот так вот оно и все происходит. 2-1-0. Так, у кого? Ули бомба. Оп. Не, можно не мне, пожалуйста? Ну а почему, Саня, ну почему? Давайте Халку отдадим. Смотри, он мстит, он сейчас будет мстить мне, смотри, отвечаю. А там что, пройти можно было? Нет, Андрей! Да, давай Олега первого надо убирать. Потому что я буду мстить, потому что Олег на меня жестко подставил. Да, взрывайся! Пожалуйста, Илья, забери меня. Не, братик. Вот ты говно! Все, пошел ты, я тебя просто, блядь, удаляю из друзей. Иди ты нахуй, блядь. Правилами не запрещено. Я удалил, блядь, из друзей. Правилами не запрещено. Правилами не запрещено. Правилами не запрещено, ты понимаешь? Говнюк ты, блядь! Илюша. Смотри, бегает. Да в смысле?
Да нет! Да! Это Андрюха, зачем ударил ты меня? Андрюха, зачем ты меня ударил? Андрей, а зачем ты это делаешь? Андрей, ай! Нет, 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 нет! Бегу. Ну что ж, Андрюш, как дела? Андрей, ты можешь его тоже ударить, ты можешь его ударить, Андрей. Да-да, я в курсе. Вот тварь. Ну вот все, Андрей. Убегай! Да! Жестко-то как, а? Ну, парни, все, понимаете? Это вот, вот то, что на стриме было, вот вы меня там унижали, вот сейчас, понимаете, да? Вот сейчас, вот другое дело. Так, вот это тоже режим, тут надо уворачиваться постоянно. Ну, давайте попробуем. Так, чё, кто у нас сейчас будет победителем, а? А чё все молчат-то, а, пацаны, а? Все в жопу. А чё все молчат? Я чё виноват, если в этой игре такое разрешено? Понимаете? Вы тоже меня били, понимаете? И чё? Я ж ничего не говорил. Так, прыжок. Ненавижу этот режим. Так, вот так. Вот тоже есть такое тоже. Ну тут тоже как-то рандом какой-то полный, особенно когда сейчас сверху пойдут. Вот, если мы, конечно... Рандом вот. Все просто полегли. О! Да что у меня первый? Так, давай. Блядь, нет! Нет! О, еще одна жизнь. Так, давай. Говно, всё, сраное говно, о! Говно собачье, говно, о! Говно. Да нет! Говно. Нет. Ну ладно, говно. Говно. Ну давайте, у нас еще два... Сказочное говно. Ой, ну нет. Мое любименькое, пацаны, вот сегодня у нас плейлист прям составлен прям под меня. Парни, надо Олега топить, я вам клянусь. Ну так давайте, пацаны. Удачи. Вот он, давай топим Олега, надо... Я не мог управлять. А вот я тоже не мог управлять. Я тоже не мог управлять. Подожди, а что за фигня? Я не могу. Почему я выиграл? Подожди, что за бред? А-а-а! Тут как змейка теперь у нас! А, да ладно! Чего? Я ж не знал, что тут такое вообще даже есть! Там за ней, кстати, там перед началом раунда было предупреждение, что обратите внимание, что управление другое. А я что, даже как-то не заметил? О! Нет, так поприкольнее, кстати. Как работает это? А как Андрей мимо меня проехал? Нет! Да это бред! Андрюша! Я люблю обычный дедлайн! В смысле? Ай, кошмар полный, просто кошмар! Нет. Вот это сложнее было всего! Твой любимый режим! Ой, нет! Только не это! Так, я вот ни разу, кстати, не был призраком, вот вообще никогда! Ты меня на стриме, что ты врёшь! А, да, всё, я просто забыл! Врун, Олег! Ой! Олежка, не сюда! Нет, Андрей! Почему я, Андрей? Андрюха, что я тебе плохого сделал в этой жизни, скажи, пожалуйста! Я вам дам сегодня... Андрей, что я тебе плохого в этой жизни сделал, Андрей? Андрей, отстань от меня! Ну не трогай! Ай, чуть не упал! Нет! Зачем ты бежишь-то за мной? Нет! Нет! Андрюха, ты понимаешь, пока пытался поймать меня, ты вот других не поймаешь же. Понимаешь, Андрей? А чё это такое? А вот все. А вот все. 3 секунды, брат, продержись, давай! Хорош! Чего? Ну это повезло, ну чисто рандом, чисто повезло. А чё я на последнем месте-то, алло? Саня, он тебя вообще не трогал, какого хрена? Вот, там ты прикол. Так, ну-ка, кто у нас там на первом месте, кто у нас там на первом? Я в клетке, да, сижу, как обычно, да. Как ты это сделал? В смысле? Сколько у тебя было очков? Ты чё, слышь? Первое место должно было быть моим. Вот ошалело! Ну иди сюда! Не, ну пацаны, ну так не делается вообще! Я так долго шел к первому месту, так стараться, так потел! Забирай чемпионство! Вот ты засранец, а! Вот ты! Подойди сюда! Ну вот так вот, друзья, вот так вот ребята вот и теряются, друзья, понимаете? Вот так вот лишается, понимаете, вот это дружба. Ладно, Оля, друзья, да. Я надеюсь, что вам понравилась эта угарная серия. Вы поставили лайкусики, подписались на все наши каналы. Ну а с вами сегодня были, как всегда, Кофи, Exile, Antify и Alex Fox. Всем до скорой встречи, друзья, и всем пока-пока. Ну это оскорбительно. Всем пока, ребята. Всем пока. Его всего двое.